России в состоянии обеспечивать себя рыбой, и при этом на рынке преобладает импортный и, главное, дорогой товар. Об этом на заседании Президиума Госсовета, которое проходит в эти минуты в подмосковном Новоогарёве, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, причин несколько. Если за границей на оформление улова уходит несколько часов, то в России до суток. Но, кроме этого, большая часть рыбы уходит на экспорт в виде сырья и проходит переработку уже за границей с использованием иностранного оборудования и рабочей силы, что также не удешевляет стоимость конечного продукта. Мы не говорим о... Понятно, что бизнес заточен на получение, как говорится, прибыли и работает там, где ему выгодно. Однако ни нашу страну, ни ее граждан абсолютно не устраивает, когда ассортимент и цена рыбы на внутреннем рынке определяются зарубежными поставщиками и ритейлерами. Когда в рыбной отрасли расплодилось разного рода рантье, использующие наши биоресурсы. И когда почти 70% доходов рыбодобывающих предприятий основано на экспорте сырья. Ну, еще одной проблемой остается износ российских судов. По словам Путина, он приближается к критическим 90%. Исправить ситуацию, по мнению сахалинского губернатора Олега Кожемяка, могло бы перераспределение квот, определенных еще в 2008 году. Срок их действия он предлагает продлить с 10 до 15 лет, а до 20% всех квот выделять компаниям, гарантирующим строительство судов исключительно на российских верфях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.